Как открыть бутылку шампанского? Вам понадобится бутылка холодного шампанского, полотенце. Трюк заключается в том, чтобы открыть бутылку умело и красиво, при этом не превратив ее в оружие массового поражения. Шаг первый. Шампанское лучше открывать холодным, поэтому подготовьте хорошо охлажденную бутылку. 6-8 градусов Цельсия – идеальная температура. Подсказка. Поставьте бутылку в холодильник или в ведерко со льдом. Шаг второй. Высушите бутылку, чтобы ее можно было хорошо удерживать. И направьте пробку в сторону от людей. Шаг третий. Снимите обертку из фольги, оставив проволочный каркас на месте. Шаг четвертый. Свободно удерживайте горлышко бутылки в руке, расположив большой палец поверх пробки. Шаг пятый. Начинайте откручивать проволочный каркас, по-прежнему плотно удерживая пробку пальцем или ладонью. Подсказка. Обмотайте пробку и горлышко бутылки полотенцем для создания дополнительной защиты. Шаг шестой. Не вращайте пробку вообще. Крепко удерживая пробку и бутылку под углом 45 градусов, вращайте широкое основание бутылки и одновременно тяните ее вниз. Шаг седьмой. Когда вы услышите знакомый мягкий хлопок, дело сделано. Наполните бокалы. Факт. Исследования показали, что употребление умеренного количества шампанского стимулирует кору головного мозга, помогая справиться с травмами, а также улучшая состояние при болезни Альцгеймера и Паркинсона.